5 декабря на базе Натарбавской школы состоялось родительское собрание на тему «Профилактика потребления психотропных веществ среди учащихся образовательных учреждений». В его работе приняли участие зампрокурора района Махмуд Биджаши, сотрудник наркоконтроля Аслан Цыкушев и родители. Организатором мероприятия выступил отдел по делам молодежи администрации района. На собрании были обсуждены вопросы профилактики безнадзорности и предупреждения преступлений несовершеннолетних, профилактика употребления алкоголя, наркотиков, вопросы противодействия незаконному распространению и употреблению психотропных и одурманивающих веществ. Что отрадно на сегодняшний день, это то, что несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, среди учащихся общеобразовательных школ или вообще в целом района, у нас не зарегистрированы такие факты. Но, опять-таки, тот факт, что их они официально у нас не зарегистрированы, не дает нам права думать, что таких у нас в районе нет. Поэтому вы, как родители, хотелось бы довести до вас ту информацию, что вы в первых годах и как первоначально верить и в целом должны выявлять какие-либо изменения, происходящие с вашими детьми. На сегодняшний день наиболее опасными являются, вы наверняка слышали, это такие вот синтетические курительные смеси, которые называются спайс, аромамиксы, которые продаются, которые наши несовершеннолетние дети могут приобрести. Подобное мероприятие направлено на повышение осведомленности родителей о проблемах наркомании и токсикомании. Роль родителя здесь ключевая, ведь ему ребенок доверяет гораздо больше, чем посторонним людям. Стоит отметить, что подобное собрание прошло и в Вольнинской школе.